Эй, йоу, всем привет, с вами Максим Мадзе. И сегодня мы продолжаем, точнее завершаем проходить игрушку New Super Mario Bros. Wii. Here we go. Остался у нас, короче говоря, восьмой мир. Царство Боузера. Тут так себе музончик, честно говоря, вот на вот этой карте. У нас, кстати говоря, свалка загорелась в городе, поэтому нет, из окна. Прикольная, прикольная музычка. Но на уровнях музыка еще круче. Короче говоря, чего мы стоим? Начинаем и бежим под веселую музычку. Блин. От вот этого вот тумана, ядовитого тумана, кстати говоря. Музыка вообще лайк. Стой, давай. Догоняет быстрее, тухни. Лава. Прошли первый уровень. В мрачном таком мире с лавой такая классная музычка играет. На этом уровне, во втором, есть секретный выход, но я не буду открывать его, потому что там будет еще один уровень и сразу же на корабль. Это будет неинтересно. Хотелось бы этот мир показать по максимуму. И в башню обязательно зайти хотелось бы. Ой-ой-ой, осторожно. Держись, держись, нет, 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 нет. Прошлый видосик я, кстати, забыл на 60 кадров в секунду настроить. Так что в этот раз я надеюсь, что не забуду сделать так.
Стенка шатается сзади меня, блин. О, хорошенько прыгнули мы. Стенка шатается от этого. Так, соленькой водички. Так, что у нас на следующем уровне? Я уже не помню. О, вот этот уровень сложный, потому что вот если мы коснемся этой лавы, то мы сдохнем сразу же. И, к сожалению, эти ледяные шарики бесполезны. Так, вот эти штуки шатаются и опускаются. Супер Марио Брос на диеске, они тоже были, но они не были трехмерные, они здесь вот, видно, что они 3D-шечные тут немного. Не только влево-вправо опускаются, но еще и как объяснить-то. Так, вот, вот здесь вот очень тяжело будет нам сейчас прыгнуть. Хорошо. Так, держись, 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 давай. Ладно, нам, наверное, не надо. Вопросительный знак этот трогать. Я вот ненавижу вот этого вот летающего хрена. Постоянно, блин. О нет, нет, кошмар, тяжело здесь. Давай, давай. Отлично. Хорошенько пропрыгнули через эти лавовые волны. Так, сейчас есть риск наткнуться на огненные вот эти вот фигни, которые летают. О, не наткнулись, хорошо. Сейчас мы будем бороться с этим колдуном, блин. Камик, по-моему, зовут его. Так, огненная палка. Давай, прыгай. Так, пофигу нам на эту монету со звездой. О, там что-то есть. О, полезная вещь.
Держись, держись, давай. Нельзя здесь застрять между этими проходами. Чтобы нас не зажало вот этими кирпичами. Нельзя, чтобы такое у нас было. И прыжок. Чекпоинт. Хорошо. Сразу туда. Ладно. Туда прыгать будем. Ой-о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 й
сибирской, конечно. То ветра, то дожди, то холода. Так, тут камень, короче говоря, летает и превращает кирпичи в разные предметы. На. Кто в NPC-шек, кто в... То в грибы, то еще во что-нибудь. Ой-ой-ой, ни в коем случае нельзя упасть. Держись, не падай, не падай. Ой-ой-ой-ой, плохо дело. Блин, вот гриб упустить нехорошо. Есть! Твоя сила слабеет, колдун. Следующий уровень у нас под водой, по-моему. Нет, с тобой мы заниматься сейчас не будем. Ой, не люблю подобные уровни. И вот этих вот непонятных... Непонятных рыб тоже. Ой-ой-ой. Что это за рыбы, мутанты непонятные? Thank you.
непонятные, блин. Так, вот эти вот не то, что не только светят, они еще и пытаются нас поймать, заразы. Но их убить можно. Так, можно с помощью кнопки звезду получить. Но мы тогда выпустим кальмаров, поэтому не будем этого делать. Это рискованно будет очень. Ого, осторожней. Блин. Стой, давай влезай. Через жизнь так круто. Следующий уровень у нас с воронами. Насколько я помню. Да, этот уровень с воронами и с долбанным управлением. С которым, блин, вот этой штукой управлять очень неудобно. Во-первых, берем вот это и поехали. Едем. Пошли в... Я начинаю... Блин, если несколько раз щелкнуть справа, то он, короче, прыгнет. С автоскроллингом. Блин, сейчас этот лава, блин, поднимется. О, только не это. Держись. О, так, взяли. Скроллинг. О, вот и вороны, собственно говоря. Что вороны в царстве, в этом лавовом царстве делают? Так, у нас остался уровень внутри вулкана, насколько я знаю. Да, точно. DS-версии тоже был такой уровень, где мы выбирались из вулкана. И там лава поднималась внизу у нас. Так. Гриб дает в самую тему нам тут. Yeah.
ой, немного промахнулся я. Так, звездочку получили, это неплохо. Давай быстрее. Гриб, 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 вертолет. О, не попали в этот огненный. Как его там, блин, плевок. Так. Так, берем вот эту хрень. Звездочку. Жалко, что не все звезды про. Ай, блин, не получилось. Еще сейчас получится, если я успею. Да, успел. Так, уровни с офигенной музыкой закончились, к сожалению. И сейчас останется еще, короче говоря, два уровня. Это уровень на корабле и уровень с огромнейшим замком. Небо тут, конечно, какое-то мрачнейшее. Ну, понятно, царство Боузера, что ты скажешь, блин. Я бы не сказал, что этот уровень сильно сложный какой-то. Но он достаточно сложный. Пушки, которые стреляют в разные стороны. Секретный проход вот этой пушки, короче, у нас. Блин, вот с маленьким Марио есть шанс проиграть. Очень большой шанс проиграть. Во-первых, ладно, я бы не смог собрать бы все равно. Ну зато чекпоинт сделает меня большим. Не будем эту монету брать. В смысле, а чё он развернулся-то раньше времени-то? Они разворачиваются раньше, чем можно предположить. Так, нет, монетку брать мы не будем, потому что для этого гриф вертолет нужен. Ты же не знаешь, какую выбрать. Большую давай, садись, блин.
Я бы на твоем месте даже думать бы не стал. Надо, нам, конечно, будет сложно сейчас. И... Во-первых, это огонь самонаводящийся, во-вторых, когда он падает, он начинает разгораться некоторое время, блин. Типа рано радуешься, сказал бы. И сейчас будет уровень, который мы, наверное, будем проходить долго. Обалдеть. Тут потребуется чего-то побольше. Так, 30 минут уже прошло, блин. Почти. Так, так. Нет, ну что ты, значит, сразу теряешь то, что нам надо бы. Лифт, короче говоря, не быстрый, медленный. Здоровенная дверь, которая ведет нас туда, к чему мы точно будем не готовы. А может и готовы. Хотя, не, Марио всегда же готов. Мы всегда готовы. Собственно, и босс. Если
вы думаете, что это все, то вы рано радуетесь. Это еще не конец. Это еще не конец. То, что вы видите в клетке, это не принцесса. Так, вот к этому многие будут не готовы. Боузер немыслимых размеров. Сломалось, блин. И огненный цветок у нас отобрали. О, осторожней. Пофигу нам на монетки. Жизни у нас предостаточно. Так, бомбы у нас. Надеюсь, что я сумею с первого раза пройти этот уровень. Так, огнем вот этого вот Боузера ничем не убить, никак не убить, потому что он даже, он в лаве спокойно он ходит. Без проблем. Так, у нас там на заднем плане статуи Гумб и Боузера. Держись, держись, держись! Нет! Нет! Так, попробуем еще раз. Я уже не знаю, сколько попыток мне это потратил. Я уже попыток 8 мне потратил, чтобы это пройти. Сюда, фигня. О, наконец-то. Ну все, тебе конец, блин. Ну что ж, вот, собственно, и все. Мы прошли New Super Mario Bros. Wii. И небо голубым стало, блин. Луиджи. Ты лохотрон, конечно.
Луиджи, блин. О, Марио, я рассказывал тебе о секретном мире. Только мы в этот секретный мир не поиграем, потому что мы ни один мир не прошли на... ...100%. Ну что ж, вот такие вот титры, давайте-ка отметим это. Так, стой, куда ты? Капец, пасмурно сегодня на улице. Это там Боузер, что ли? Можно, короче говоря, вот так вот делать. Ломать титры. Если бы мы бы играли вчетвером, можно было бы вчетвером бы это все ломать. Дайте мне уже выйти, а. Сам не может встать, да? Мир 9 открывается у нас. Давайте взглянем на него на минуточку. Стоп. Так, здесь 8 уровней, но они все закрыты, потому что типа собери
на этих мирах по... Пройди нас добродетельно в эти миры, чтобы открыть уровни эти, блин. Поэтому мы не будем проходить. Вот на такой вот праздничной музычке мы, наверное, с вами будем заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. В следующий раз мы будем с вами проходить игру New Super Mario Bros. 2, которая вышла для Nintendo 3DS. Собственно говоря. А потом и New Super Mario Bros. U. Ну что ж, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки. Я, конечно, не настаиваю. Всем пока. С вами был Максим Мазур.